Симаковском пруду пришел. Там утенок, и, похоже, утка сидит или гагара. Разлилось как вот столько теперь. Могу подойти, чтобы взлетело. Вон. Что мне не доверие к людям. Люди не понимают этой красоты. Высел, убил, бросил. А он один, по волнам. Он знает, что надо прятаться. Вот раздевалка на той стороне. А рядом крест сохранился. А здесь вот, по милости там тоже. Вот кто-то пасет. Помахал рукой, я тоже ему помахал. Коровушки пойдут. Это Исаки, по-моему, похоже, пошут. Коров погнал дальше. Хорошая мастерка. Какая развелась. Это Симаковский пруд. Все, по колено было. Сейчас 0 метра. Здесь вот с этой стороны только вот все это сделай так. Вода, чтобы поднялась, она не поднялась, ничего нет. И она вот поднялась вот до каких пор. Же смыть, она ничего не смогла. Вот дальше поднимается, считали метр. И вот здесь сделали такую. Обошел с другой стороны. Сегодня 11 июня 2022 года. Вчера у меня день рождения был, с субботы приехали сюда. И вот, похоже, вода тут не шла. А может, она низят под ним? Неизвестно, непонятно. Может быть. Или оттуда. Но главное, что вот здесь не прорвала нигде. Тот берег, там он я ехал, велосипед оставил. Утки летают. И вот она как земля расселась. Надо все время смотреть, подсыпать. И трамбовать, конечно, с соломой. Солома-то у нас есть целый почти. И вот оттуда вода тоже где-то шла. А здесь почти не было ее. Здесь промыва нигде не было. Но вода, конечно, поднималась. Вот метр могла еще подняться. Но не было, говорят, воды. Вот тут мы начнем утрамбовывать. Вот она, как я иду по ней. Дальше вниз отсажали, которые эти ветки все засохли. Воды там не было. А внизу столбушки. Вот все столбушки. И были жерди там, чтобы коровы не лазили, не разваливали. А это вот ветла. Она любит сырость. И так вот все везде. Вот она из ветлы. Корни ее все-таки укрепляют землю. Вот я иду здесь пониже, тут сантиметров на 30 выше вот это вот. Вот там наклонилось, а здесь мы сделали второй слой защитный. И неизвестно, то ли прорвала она, то ли что. Здесь вот огромная яма. Что-то засыпать надо и трамбовать. Откуда она вода эта шла? И сильная вода шла. Значит, здесь где-то
видать. Ну вот это вот все видно. Сейчас я буду все прыгать на ту сторону. Вот так. Здесь видите как. Ну это надо, конечно, заделать. Ну вода поднялась примерно больше полметра. А это значит рыбы больше может быть. Мы сюда рыбу завозили с разных озер. Ну, завистники, конечно, лопаются от злости там. Стараются как-то власти на нас натравить. Ну а как это? Бог допустит, и без них все случится так. Должна была быть советская власть, должна быть. 72 года и лопнул пузырь. Гитлер дошел уже до куда? Ничего. Ничего. Один цианист стекали, остался проглотить. Вот так, это я все устанавливаю здесь. Вот тут вода шла. Вот здесь мы делали ее, чтобы она шла. Ну и она прошла. Здесь вот практически уже воды не было. Я сейчас покажу, откуда подъем воды пошел. Вот сколько обрушилось. Это надо все утрамбовывать. Вот они как ветки все эти упали. Вот отсюда она вода и была. Мелочь какая. Теперь на дно. Это я 11 июня повторяю. После богослужения назначено занятие на час. Ну, сейчас там около 12. Так что думаю, что успею. А вот это вот отрожек канал мы сделали. Когда вода бы достигла до сюда, на метр поднялась, чтобы она не размыла дамбу. Но раз не поднялась, значит тут сухо. Ничего нет этого. Вот она вода где поднялась. Все, считай.